Вот так вот. Снимаем. Всем привет! С вами профессиональный фотограф в области экстремальных видов спорта и путешествий Кирилл Умрихин. Сегодня мы находимся в Южном Алтае, в Чуйской долине. Это уникальное место в России, где вокруг царит просто невероятная красота. Я сюда приехал провести коммерческую аутдорную съемку, и специально под нее я взял флагманскую модель Nikon Z7 второй версии. До этого я уже рассказывал вам про камеры Nikon Z6 второй версии, как я снимал для нее спорт, как она удобна в путешествиях и вообще в целом, почему я беру беззеркальные камеры в поездке. Они легкие, они удобные, компактные, они хорошо переносят сложные условия, мороз, они хорошо переносят влагу. Для меня это очень важно, чтобы техника работала идеально в каждой поездке. Несмотря на то, что моя основная камера – это Nikon Z6 второй версии, я взял Z7, потому что это коммерческая съемка. И одной из задач у меня было привести фотографии очень большого размера. Nikon Z7 второй версии обладает матрицей 45,7 мегапикселей, что дает огромного размера изображения, которые нужны для печати, для полиграфии и для использования в рекламе. В эту камеру встроена двойная система XP. Кроме этого, она может делать 10 кадров в секунду с ISO от 64 до 25 тысяч. Ну и, конечно же, беззеркалки нравятся всем видеооператорам, и Nikon Z7 второй версии может снимать видео 4К 60 кадров в секунду. Ну и, конечно, новая линейка объективов Z. У меня в руках 24-70 2.8. Мы снимаем, между прочим, на 35 мм 1.8. А кроме этого, есть великолепнейшая линза 70-200 2.8, которая прекрасно подходит для путешествий и спорта. В этой поездке на Алтае мы работали в достаточно сложных условиях. Мы вставали еще затемно. Утром была температура около -25, -30 градусов. Хватало около 2 батареек на целый съемочный день. Это порядка 3-4 тысяч изображений. С просмотром, с показом этих фотографий менеджерам, которые курировали весь процесс. Весь набор техники идеально влезает в мой фоторюкзак. И с ним достаточно легко проходить большие расстояния, не уставая. И это, конечно, для аутдорной съемки очень большой плюс. Потому что сколько бы вы техники с собой не взяли, самое важное с ней дойти до локации. Иначе просто вас не позовут на съемку. Съемки в основном я использовал 2 объектива. Это 14-30, несмотря на диафрагму 4, немного темную. Он идеален для пейзажной фотографии, идеален для работы в горах. На него можно накрутить фильтр диаметром 82 мм, поставить полярик, а это очень важно в съемке, когда вокруг снег, когда вокруг очень яркое солнце и синее небо. Как видите, нам повезло с погодой. Второй объектив – это 24-70, 2.8, он дает очень красивую картинку, боке, он универсален, не обязательно ходить туда-сюда, особенно если вы работаете в снегу, можно использовать зум, и он просто прекрасен в портретной истории. Я надеюсь, что эта съемка получится очень красивой, эффектной. Это была работа для 2 брендов, и мне нужно было показать и разные локации, и разные настроения, и Nikon Z7 второй версии помог мне в этом. Это отличная камера для работы, это отличная камера для путешествий, это супер фотоаппарат для совместных приключений. Ну а мы поехали на следующую локацию, в большие горы, на ледник. Пока!